Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Еще недавно Елена Малышева ездила в Узбекистан и делилась с поклонниками яркими впечатлениями о путешествии. Вернувшись из колоритной страны, звезда на некоторое время пропала с экранов, но на днях вышла на связь и заявила, что у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. Цитата: «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь? А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что не могу ходить». Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Все это на нервной почве. Сейчас везут на МРТ, а потом будут решать, что делать. «Я не могу ходить, и это меня убивает», – сетует Малышева. Напомним, до этого телеграм-канал «База» рассказал о том, что телеведущая сообщила сотрудникам, что программа «Жить здорово» закрывается. Цитата. «По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир». После 24 февраля медицинское шоу прорвалось в эфир трижды – 3, 4 и 5 марта. Но и эти три выпуска, похоже, стали прощальными. Источники журналиста Романа Супера на Первом канале подтвердили закрытие «Жить здорово». В «Базе» рассказали, что сотрудники шоу остались без денег и окладов, так как работали по временным договорам. Учитывая состояние Малышевой, программа вряд ли вообще выйдет в эфир в бывшем составе. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!